Интересную работу с достойной оплатой труда предлагают молодежи Костанайского района. В ярмарке вакансий представители 25 крупных организаций и предприятий региона рассказали молодым специалистам о перспективных направлениях и свободных вакансиях. Желающих освоить новые сферы деятельности оказалось немало. Подробности в следующем сюжете. Ярмарку вакансий в городе Тобыл начинают с торжественной части. Молодежи района напомнили о возможностях трудоустройства, что предоставлены в рамках государственной программы. Поддержать молодых и перспективных специалистов на мероприятие прибыл и аким района. Открывается производство, создаются новые рабочие места. Только в бюджетной сфере нашего района сегодня насчитывается более 60 вакантных мест. Государством ведется системная работа по обеспечению занятости населения, в частности, молодежи. За прошедший 23-й, текущий 23-й год получили содействие занятости 834 представителей из числа молодежи. Также обеспечению занятости населения способствует целый ряд и государственных программ. Программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства, которая направлена прежде всего на создание эффективной системы получения востребованных на рынке труда профессиональных навыков и квалификаций, развитие массового предпринимательства, создание эффективной модели трудового посредничества, включая поддержку социально уязвимых слоев населения. В ходе ярмарки специалисты напоминают о правилах участия в госпрограммах. Их сегодня немало. С дипломом в село, молодежная практика, первое рабочее место, контракт поколений и другие. Один из спикеров – это будет руководитель Центра занятости, который подробно расскажет про эти все госпрограммы, про возможности этих программ, про условия данных программ, то есть потому что у нас все равно молодежь, все равно еще некоторые не знают про такие программы, которые именно вот есть сейчас, потому что очень много программ, которые можно взять для развития своего дела, либо своего бизнеса. Дамир Жусупов прибыл на ярмарку в числе первых. Пришел не один, а вместе с однокурсниками. Молодые люди уже сегодня озадачены вопросом трудоустройства. Пока же они студенты местного колледжа. Сам Дамир – будущий повар-кондитер. В будущем намерен открыть свой ресторан. Сюда я пришел, чтобы найти работу себе, потому что мне это надо, чтобы работать по профессии. У меня в семье практически все кондитеры, из-за этого мне понравилась готовка. Периодически я дома готовлю, торты получаются. Вакансий на ярмарке представлено немало. Спросом пользуются механизаторы, сварщики, медицинские работники, повара. Не хватает кадров и в сфере лесного хозяйства. У нас началась лесокультурная работа в нашем учреждении. Значит, для этого сезон на сезон. Значит, мы берем людей на время посадки, выкопки, значит, культурных работ, и они будут выполнять работу по норме. Оплата будет происходить тоже по норме. У нас есть мастера, именно закрепленные за этой посадкой. Он будет объяснять, все будет рассказывать, и как бы это регулировать за его работу. На работу принимают граждан как с высшим, так и со среднеспециальным образованием. Главное, говорят работодатели, желание трудиться и повышать квалификацию. Алмажан Аманкельдинова, Алибек Султанов, телеканал «Костанай».